ДТП с тяжелыми последствиями и снова на первой дороге и опять рядом с Орловским кольцом. Накануне под колеса Нивы угодила 26-летняя челнинка. Машина шла по правой полосе. Как в итоге она оказалась на обочине, где и был совершен наезд, это еще предстоит выяснить следствию. Инспекторы предполагают, что 46-летний водитель не смог выбрать подходящую скорость движения. Не заметил, как все произошло. Все больно так быстро. Ехал за КамАЗом. Как бы следил за ним, за его маневрами, габаритами. Тут бух удар. Девушка получила целый ряд травм и в тяжелом состоянии с диагнозом перелом основания черепа была госпитализирована. Напомню, в минувшие выходные в этом районе случилось аналогичное ДТП. Сбитая легковым автомобилем женщина, судя по всему, переходила дорогу в неположенном месте. В итоге ее доставили в БСМП, но спасти не удалось. В обоих случаях водители располагали свое транспортное средство именно на обочине. То есть это полоса, предназначенная для остановки и стоянки транспортных средств. Двигаться по этой полосе категорически в соответствии с правилами дорожного движения нельзя. Наблюдается нарушение правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.